Здравствуйте, давайте начнем урок наш. Сегодня мы с вами закрепляем гамму, что такое гамма, и ее элементы. На примере гаммы до мажор. Самая простая гамма, да? Почему она такая простая? Потому что в ней нет знаков. Нет, потому что в ней нет знаков. Знаков и диезов не было, да? Давайте споем красивую гамму до мажор. Окружим. Положим кто-нибудь.
хорошо сделает, получит, как обычно, наклейку, плетенку в виде наклейки. Устойчивые беленькие, неустойчивые черненькие. Саша, работаем. Так, не поем. И трезвучие? Да, и трезвучие, и вводные звуки давайте. И все. Трезвучие, вводные звуки. Что у вас? Мне не хватает. Не хватает ног? Я все. С Галкой посидим. А неустойчивые водные звуки, конечно. А вот и поправь, что еще. Вот. Так, одна наклейка готова. Так, Лиза. Лиза тоже все правильно. Устойчивые. Так, Эмилия. Я все. Эмилия. Ты разве в этом случае не сделала, да? И нотку долго. Или это одна? А, это одна. Все хорошо. Я все. А ручки давайте поднимайте. Поднимайте ручки, пожалуйста. Правильно. Только вот наоборот, вот это устойчивый, неустойчивый, да? Саша, а ты только гамму, да? Ну, тут не хватило. Еще можешь. Да. Ну, еще кто-нибудь готов? Даша? Правильно? Правильно. Молодцы. Оставили это все так, как есть. И открыли песенку «Мы на луг ходили». Mm-hmm.
давайте наизусть поможем петь. Встать. Только споем нотками и покажем ритм. А здесь какого интервала начинается?
баллов. Убираете стипендии, закрываете книжки. Да, карточки интервалы. Пусть их раскладывают. Музыку.
вам я сейчас играю. Кабаевский такой музыку написал, «Колыбельный». Большая секунда.
грибочком. Да. Ну все, урок окончен.